Я подошла на стойку. Там уже сказали о том, что я миллиардный пассажир. И позвали вот сюда. Миллиардным пассажиром на пригородных рейсах РЖД в России стала девушка из Башкирии. Поздравить ее на Уфимский вокзал приехал даже глава республики Ради Хабиров. Я могу всем сказать, что мы ждем в этом году еще один очень важный рекорд. Впервые наша республика перевезет 5 миллионов пассажиров. Миллиардной пассажиркой стала Карина Янбарисова. Она живет в Иглино и на пригородной электричке ездит ежедневно в университет. Но с железной дорогой знакома еще с детства. С бабулей раньше там из деревни в Дему ездили, еще что-нибудь. Постоянно на электричке, так как автобусов не так много было. А это было ужасно. Сейчас езжу на ласточке, да вообще обычных электричках. Это большой комфорт, это большой прогресс в развитии общества. Очень комфортно, с кондиционером, никаких запахов дурных, еще чего-либо. Хорошая обивка, все прекрасно, разделены сиденья. Напомним, что в список популярных пригородных направлений в Башкирии входят маршруты из Уфы в Оренбург, через Стерлитамак и Кумертау, а также из Уфы в Абдулино, Белорецк и Ашу.